Как всегда помнить о Боге, особенно в момент искушения? Ну, как всегда помнить о Боге? Надо помнить, что Он рядом, и что мы имеем возможность обратиться к Нему. Что мы делаем, когда вдруг попали в какую-нибудь там аварию? Или что мы делаем? Давай названивать. Обращаемся к тем, кто может нам помочь. Вот это и надо обращаться. Но опять как обращаться надо? Господи, это искушение мне. Почему? Потому что я сам виноват. Знаете, самое важное – это все-таки не оправдываться, а осознать, что я виноват и в скорбях, и в искушениях. Если этого не будет, без проку тогда все. Поэтому главная фраза, которая должна быть у нас на душе и в уме – «достойное по делам моим». Господи, помилуй!